музей Хоакин Сароя. Сейчас мы на входе, узнаем, можно ли пройти вовнутрь. Я здесь уже была. Мне очень нравится этот художник, и мне очень нравится этот музей. Вот такая фреска. Вот сами заходим, там на входе подаем билетик. Значит, начинается вход в музей. Я не знаю, можно ли внутри снимать. Вот такие нам билетики выдали. Вот это вот жена Клотильда Сароя. Вот это сам он. Автопортрет. Вот он. И дальше вот. А, вот его картины. Ну да, что? Так. За эту картину нам тоже рассказываете. Рассказывали, это его дети Сароя. Это его академическая работа. А вот знаменитая его картина «Купание лошади». Это огромная комната, вон вот эти фонари китайские, вот они, вот здесь была мастерская, и вот там его последняя работа, вот там вот, которую он не дорисовал, вот это вот, вот на вот этой работе, как раз последняя работа его заказывала, у него случился инсульт. И он не закончил эту работу, так она осталась. Он рисовал до последних дней. Вот здесь его знаменитая, его мастерской. Дальше в комнаты. Вот здесь вот такой вот перед подъемом тоже посидеть, почитать, посмотреть. Вот. Да, это его дети. Интересно, это временная коллекция. Тут не было этих работ. Я сейчас смотрю. Это сейчас выставка из частных коллекций. Вот интересная такая работа. Еще один зал. Вот такая наброс. Наброс. Тип, работа типа наброса. Сессион в Валенсии. Вот это вот картина крещения. Это их столовая. Сейчас я попробую заснять вот отсюда. Вот такая столовая. Вот здесь они кушали. Да. Картины его тоже. Тоже столовая. Еще один зал, типа как приемная. Гостевая, приемная. Не знаю, как сказать. Мебель, все оттуда сохранилось. Портреты. Портреты. В основном здесь портреты его родственников. Ну, жена, дети. Выход. На выход. Здесь вот. Выход в сад. Вот здесь спускаемся среди роз. Там можно было посидеть. На скамеечке. Вот здесь вот. Это гранат уже созрел.
скульптуры, розочки. И спускаемся в сад. И там дальше улица. Дом был, понятно, что не был, он и есть в Мадриде. А вот еще апельсиновая, мандариновая или апельсиновая. Апельсины или мандарины? Или это вообще лимоны? Вроде бы лимоны. В общем, дерево все цветущее, все красивое. Сароя был, это один из немногих художников, который был богат еще при жизни. Этот дом построил как раз уже, когда его картины... Вот он. Здесь вот, вот он, его дом. Вот, 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 вот это все. Когда его картины приносили деньги.